Молдова уже отметила 1 мая, первый и второй день Пасхи, приближается 9 мая. На этот день выпадает День Европы и День памяти павших во Второй мировой войне. Команда «Ньюсмейкер» решила узнать у жителей столицы, а что они празднуют 9 мая. Я этот праздную, День Победы. А что Европа празднует, я не знаю. Всего Европе. Дича. Дича? Фитка сынт, пентру интеграля на Европеану, ши пентру вяца майбуна. Всего Европе. Дича. Тата Европа. Все дело Европы. На 9 мая, да. День Победы. Почему День Победы? Как почему? Потому что наши предки воевали во Второй мировой войне, поэтому именно 9 мая произошло это событие, когда мы праздновали победу всем миром, и мы это чтим с семьей. Предки традиционно за либер в Розовой Европе. И че я хал, чего на вим, гата? Аста е вейтор ностра. День Победы. Почему? Потому что прабабушка, прадедушка воевали, это наш праздник. Они освободили, они боролись за мир. Все в Европе. Дичи. Pentru că toate țările participante la doilea război mondial au eliberat Europa și țările care au suferit, au fost atacate de fașiști și am devenit țări libere. День Победы могу праздновать с родными. То, что у меня дед воевал, для меня это важный праздник. Спасибо. Всегда в школе праздновали тоже. Привычка уже. Ziua Europei. Ai, ce? Așa ne vine și la bunici, la părinți. Sărbătorim Ziua Europei în cadrul familiei și la școală așa ne învață cu Ziua Europei, pentru că vrem să fim țară participantă a Europei, deci sărbătorim Ziua Europei. И мой дедушка воевал, любимый. Я много рассказывал, как Время. Было, что было. А с Европой в то время не были связаны еще, поэтому я не знаю этот праздник.